Всем привет! Сегодня мы опять топим тандыр и будем готовить в нем утку. Итак, загрузили мы утку на противень, подвесили. Мариновали мы ее почти так же, как и курицу перед этим. Другие специи только добавляли. Но это все такое индивидуально, на вкус. Сейчас накрываю все это крышкой и пусть жарится. Все, накрыл крышкой. Крышка новая, еще ни разу не использовалась. Посмотрим, как она перенесет это все дело. Минут 40 сейчас будем жарить, потом посмотрим. Поддувало, закрыл. Итак, прошло 15 минут. Сейчас мы посмотрим, что там творится. Это у нас вот прям как этот, у спартанцев. Щит такой. Опа. Ну, все окей. Потемнело прям. Жарится хорошо. Итак, прошло полчаса. Мы достали утку, перевернули ее. Выложили помидоры, черри с луком на дно. Сейчас мы еще добавим картошку вокруг. Так, прошло минут 40. Сейчас посмотрим. О, все печется, шкварчит. Хорошо. Крышка усохла, тоже дала трещины. Не знаю, насколько ее хватит. Но с крышкой, хочу сказать, жар стал держаться значительно лучше. То есть оно как-то, мне кажется, и быстрее готовится. Вот, поэтому функцию она свою выполняет хорошо. Итак, утка готова. Запах неимоверный. Жаль, камера не передает. Получилась красота. Готовилась в общей сложности она примерно 1 час 40 минут. Все, до свидания. Всем спасибо за просмотр.